Ірина Каїрова, консультантка з правильного харчування, дієтолог з 5-річним досвідом роботи, спортсменка, пауерліфтер. Доброго ранку. Так, доброго ранку вам. Вітаємо в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні говоримо на таку актуальну тему перед літом. Місяць залишився і треба після свят привести своє тіло в порядок. Але я думаю, це дуже важко, тому що десь ще у нас пасочки залишилися, зранку ще їх доїдаємо. Так, да? До свята не чіпаємо, після свят швидко їмо, щоб воно не зіпсувалось. Отже, як, що ви нам порадите от саме зараз, можливо, після свят, як привести своє харчування назад у порядок? Що от на свята їли багато, а тепер як його знову можливо пролаштувати, правильно прописати? Значит, в первую очередь необходимо отложить паски, перестать их кушать. Но утверждение, что нужно зашить рот и много заниматься спортом, оно не имеет места быть. Потому что таким образом вы загоните свой организм просто в стресс, повысите гормон кортизол в крови и приведем к обратному результату. Вы будете наоборот набирать вес. Поэтому первоначально необходимо просто нормализировать свой водный баланс. Потому что вода – это движущая сила метаболизма. Если мы начнем правильно, качественно пить водичку, даже при том же самом рационе, у нас сразу же будут небольшие подвижки в весе в минус. Поэтому вначале мы пьем воду, а затем, естественно, потихоньку, постепенно переходим на правильное питание. Секретов, к сожалению, нет. Просто правильное питание, активная физическая, как бы, форма заняття спортом, зарядка, хто як що вибирає. Хочеться от в цьому сенсі тепер пригадати один вислів, який ми можемо побачити на просторах інтернету, що найкраща дієта – це пожиттєва дієта. Ви зараз маєте на увазі постійне правильне харчування. А як же щодо тих дієт, що нам пропонують, там різноманітні монодієти, наприклад, на одних яблуках, на кавунах колись я мала такі досвід сидіти, на моркві. Як ви це прокоментуєте? Значить, розкажу різницю в дієті і в правильному питанні. Диета это всегда ограничение в выборе продуктов, это ограничение по времени, ни одна диета никогда не держится больше месяца, потому что особенно монодиеты, они вредны для нашего питания, потому что не обеспечивают наш организм всеми полезными витаминами, микроэлементами и энергией. Поэтому если у вас стоит цель сбросить пару килограмм срочно какой-то дате, да, вы можете использовать любую диету. Но если вы хотите быть здоровыми и иметь хорошую форму в течение всей жизни, только правильное питание. Это именно способ жизни. А ось після свят зазвичай радять дієтологи робити дні розвантаження чи розгрузки, отак от сидіти на одному кефірі чи на одній воді. Як ви взагалі до цього ставитесь? Чи не наносить це стрес нашому організму? Отрицательно к этому отношусь. Объясняю почему. Потому что когда вы приучаете организм много-много кушать во время праздников, а потом начинаете на одном или на двух продуктах, самое популярное это кефир и яблоки, все об этом слышали, наверное, да? Сидеть на какой-то разгрузочном дне, опять же, это стресс для организма. Возьмите просто, уменьшите количество жирной пищи, которую вы будете кушать, но количество приемов пищи сохраните, потому что для организма важно в первую очередь не переедать и в вторую очередь это никогда не чувствовать голода. Так, и ще будемо спростовувати чи підтверджувати міфи. В мене подруга, це із життя, от вона каже, що можна їсти все, треба рахувати калорії. От, наприклад, там 3000 калорій на день, і не обов'язково, щоб це там була морквина, листочок салату, а це може бути тістечко або там шматочок такий м'яса. От ви як це прокоментуєте? Це дійсно так чи ні? Да, я слышала теж такі утвердження. Це, як правило, відноситься к категорії самообмана. Об'ясняю, чому. Тому що, да, в останнє время ми відходимо від підсчету калорій. Люди більше обращають внимание на качество калорій, тобто на підсчет білків, жирів і углеводів, необхідні для життя чоловіка. Но, смотрите, обыкновенный пример. Девочки, допустим, там 48-50 кг веса необходимо в день при низкой активности 1500 калорий. Она может в течение дня 5 приемов пищи кушать мясо, яйца, овощи, каши и так далее, а может съесть вечером 2 сникерса. И она выберет те же самые 1500 калорий. Но почему-то с двумя сникерсами она будет иметь не очень красивое качество кожи и вместо похудения получит, наоборот, прибавку в весе. Поэтому качество калорій дуже важливо. Тобто тут ще варто думати, так, коли, що, як. Давайте про те, про дієти. Саме зараз от мода є на дієти, так? От кожного року дієтологи дають якісь різні. І ось, наприклад, нещодавно є такі правила, як дрібне харчування, або це їси з 11 до 8 години вечора, а потім взагалі не їсти. От, як ви про інтервальне голодування? Так, інтервальне голодування. Бо зірки також показують, що
гарні результати. От якраз мода на дієти, це якраз мода, приходить к нам обычно з Запада, і та или иная актриса, которая, ми восхищаемся ее формой, рассказывает, как она питается, и да, и люди, перенимая данную диету, думают, что она им поможет. Значит, смотрите, к интервальному голоданию отношусь неплохо, это очень хорошо, это еда по принципу 8/16, но такое голодание должно проходить под присмотром диетолога. А то самому краще не разговаривать? Потому что человеку очень тяжело в течение 8 часов дня, допустим, так распределить пищу, чтобы следующие 16 часов он не чувствовал голодания. И даже если из этих 16 часов 8 часов выпадет на сон, остальные 8 часов человек будет чувствовать голод. Когда наш организм чувствует голод, он склонен к тому, чтобы накапливать жировые отложения. Поэтому там нужно очень грамотно это провести. К сожалению, наши люди немножечко по-другому воспринимают эту информацию. Они 8 часов едят все подряд, они свою норму калорий, а 16 часов голодают. То все равно это треба розбивати на калорії, так? Конечно, конечно. Ничего другого не придумали. Смотрите, если цель идет в похудении, да, то мы просто-напросто высчитываем, сколько калорий нам необходимо для основного обмена, сколько калорий мы тратим в течение дня и так далее. И если мы худеем, мы всего лишь навсего делаем небольшой дефицит. Небольшой, именно маленький дефицит. И постепенно, потихоньку, без вреда для здоровья, убираем лишний вес. Дивовиж, але от найголовніше питання, яке, ну я не можу вас не запитати, чи можна їсти після шостої, той, хто інтервально не голодує, не дотримується інтервальних дієт? Можна. Можна і нужно. Що саме? От, що смотрите, последний прийом пищі должен бути за 3-4 часа до сна. Почему именно так? Потому что именно за 3-4 часа переработается последний прийом пищі, і це, як правило, індивідуально зависит від кожного чоловіка. Допустим, дівчатам більше подходят все-таки легкие белки и овощные салаты. Если у человека есть проблема с желудочно-кишечным трактом, это не должны быть салаты из свежих овощей. Это все-таки термически обработанные продукты. Это может быть яйца без желтка, это может быть индейка, отварная курица, нежирная рыба без шкурки и так далее. И овощи, естественно. Дієт безліч. Який ваш раціон? От якого правильного харчування дотримуєтеся саме ви? Я придерживаюсь правильного питання. Це п'ятиразове питання, три великі прийоми пищі і два перекуси. Ну, я займаюся спортом, тому кожні 3 часа це просто необхідне, тому що восполнення енергії має відбуватися. Є ще такі популярні дієти, як алкалінова дієта. Да? Є, ну, дієт в принципі багато, але чим мені подобаються всі ці дієти, они рассчитаны на 3-4 недели, а затем предполагают после себя все-таки переход к правильному питанию. То есть не постоянно сидеть, так, або потом любая после диеты... диета ограничена во времени. Почему? Потому что при любой диете организм недополучает каких-то полезных веществ. А на правильном харчевании, как рассчитывать ну, эти свои калории? Правильно, чи це все ж краще консультуватися кожному окремо з дієтологом? Смотрите, ну, конечно, в идеале должна быть консультация диетолога, потому что мы все индивидуальные, у нас есть особенности здоровья, особенности нашего рабочего дня, да? Но рассчитать себе калораж самостоятельно тоже не сложно. Можно прогуглить в интернете, найти формулу Баффина-Харрисона, да, которая высчитывает по росту, весу и возрасту ваш основной обмен. Затем честно себе признаться, какой образ жизни вы ведете. То есть там есть градация четырехкратная, да, это очень неподвижный образ жизни, средняя подвижность, подвижность и чрезмерная активность. И у каждой этой градации присвоен свой коэффициент. И вот общий обмен умножите на коэффициент, и будет ваша калорийность, которая вам необходима, чтобы поддерживать тот вес, который у вас есть. А потом ставим себе цели. Что вы хотите? Вы хотите поддержать этот вес, вы хотите уменьшить вес или хотите прибавить вес, потому что такая проблема тоже у многих людей существует. То есть оцей у нас еще вышел, так, рацион, там, например, калории, мы его або поддерживаем, або можем трошки зменшить. Да, только единственное, калории. Обязательно запомните раз и навсегда, дефицит не должен превышать 10%, потому что если дефицит будет очень большой, вы быстро зайдете в состояние плато, тогда ваш вес остановится, и вы уже никаким другим способом, кроме профессиональной помощи, вы не сможете сдвинуть этот вес. Давай
Давайте підрозуміємо нашу розмову, тож, щоб ще раз було більш зрозуміло, так чи ні дієта, от висновок для усіх жінок-чоловіків, які хочуть тримати своє тіло у формі. Ну, во-первых, я хотела бы сказать, что в любом случае необходимо правильно питаться. Это даже не для внешнего вида. Запомните, лишний вес – это всегда проблемы со здоровьем. В идеале вы должны перейти на правильное питание. Но это каждодневная работа на себя, над собой, и это результат, который вы будете видеть на протяжении всей жизни. Если вам необходимо срочно сбросить вес для какого-то мероприятия, выбирайте, пожалуйста, диету, но обязательно очень внимательно смотрите, потому что каждая диета – имеет противопоказания. Дякую вам, що завітали. Я думаю, і заспокоїли і дівчат, і чоловіків перед літом, що можна все ж привести себе в порядок, а потім перейти на правильне харчування, так, тримати цю вагу і не набирати, як більшість бояться після дієт. Ірина Каїрова, консультантка з правильного харчування, сьогодні була у нас в гостях.